сейчас камера включилась. Умерла. Что-то я на тебя недолго жила. Не вышел. Сколько, что ли? И сколько? Не, ну... Сел в троллейбус, короче, блядь, забыл кошелек дома. Я отскочил.
стабилизации. То есть очень там, особенно вот в этом зале, будешь менять ракурсы, и прям будет очень страшно. Вот, в принципе, как у тебя на телефоне, здесь тоже стабилизация нет. Если штатив снимать, то, наверное, лучше было. Да ладно. Зеркалка. Для съемки Panasonic GH5, но они стоят там нормально так. Под сотенку, что ли. Значит, под съемку готовы. Это точно.
давно лампу поменяли? Перед новогодним, перед ним повесили. Я сегодня просто снимал, треска нету, нормально, прям отрадно не пришел. Я тоже пришел, я думаю, это изменил. Парни вот эту херню это убрали бы на стадионе, вообще замечательно. Вообще построили зал. Ну, для них, наверное, не рентабельно. У них же несколько залов, да? Что, нету? Несколько залов. Ну, это тот, по-моему, да, который... И Педовский, по-моему, да? Три всего. Педовский вообще маленький. Который на этом, на Педе? Да, да, да. Еще хуже, чем этот. Там, по-моему, в самом Педе еще спортзал есть. А вот здесь, который второй, нормальный? Не знаю, я там не был. Thank you.
какую-нибудь экшн камеру. А у GoPro разве не рыбный глаз? По-моему, нет. Мне кажется, у нее рыбный глаз, блядь. Посмотри видосы, мне кажется, не особо зайдет. Она больше как бы для экшена. Ну там не шестерку брать, там пятерочку хотя бы. Тебе чисто вот для этого, если, я думаю, не надо. Ну и для себя, там всякие поездки. А что прилетит, для себя или для футбола? Концерта. Ну, для себя, конечно. Если для себя, то попробую. Все равно будет весело. Если ты скажешь так, второстепенно. На игрока на какой-нибудь повесь. Там же звук вроде ни о чем, да? Нет. GoPro, ну, в смысле микрофон. Не знаю, не знаю. Олег! Sony вроде нормальные, но они побольше. Там с стабилизатором, я думаю, там получше будет. Если ты что хочешь снимать? Я? Да. Yeah. Ну, всякие будут. Когда? Там все равно все будет скупить. Блядь. Вилсаком тогда видел, короче, он сравнивал там полкроску, типа такой, и... Короче, у него как рычаг, короче, в руке, и на нем пульт, то есть камеру можешь прям вращаешься, и держишь ее. Стоит она вот так же, как GoPro-шка. Здесь более такой херню мне макромер давал, когда мне короче, давал игру. Мне, короче, семерку iPhone дал, и стабилизатор какой-то там. А всего это столько же стоит, сколько iPhone. Такой же балл, с таким же там, с рычагом с этим. А здесь он медленный. Ну там, который я смотрел, там не, это не монопор, который я говорю, а прямо как будто у тебя, ну, ты в руке держишь, и она вертикальная. То есть, у тебя под большим пальцем там несколько кнопок, типа вращения. Thank you.
Thank you.
сливается. Thank you.